Блины с разной начинкой, казацкий кулеш, приготовленный на огне, а также сладости и угощения на любой вкус. Первыми в городе Масленицу начали праздновать жители поселка Авангард в центрально-городском районе возле 104-й школы. Отмечают здесь массово, шумно и весело всем районам, начиная с 2001 года. И с каждым годом количество участников и блюд постоянно увеличивается. Мы провожаем зиму, встречаем весну, бажаем всем добра, счастья, здоровья. Вы бачите, дуже багато. Ми сьогодні були нам напекли млинців, зварили український куліш. От, пригощаємо всіх мешканців селища. Поздравить жителей отдаленного поселка центрально-городского района приехал глава райсовета. Отметил, что часто ставит пример сплоченности, дружелюбия авангардцев другим жителям. Я вам так скажу, когда едешь сюда, как-то, знаете, вот только что напряженная сессия, напряженная там, склоки, тяжелая обстановка, эмоциональная большая нагрузка. Зашел сюда, и как-то все отлетело, все второстепенное. Главное все-таки здесь. То, что люди радуются, то, что люди отмечают. После выступления вокальных и танцевальных коллективов школы и поселка сожгли традиционные чучело морены, как символ уходящей зимы. Далее приступили к дегустации свежеприготовленного кулеша и блинчиков с горячим чаем. Празднование Масленицы продлится во всех районах Кривого Рога уже на этих выходных. Организаторы обещают, что будет весело и вкусно. Александр Фифилатьев, Евгений Анистрат, Первый городской.